В ближайшее время стоит ожидать решающей битвы за Киев с российскими оккупантами. В ближайшее время стоит ожидать решающей битвы за Киев с российскими оккупантами. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко. По его словам, вокруг столицы российские нацисты продолжают концентрировать свои войска и технику. Он отметил, что согласно данным украинской разведки, Владимир Путин имеет намерение взять Киев под контроль уже в ближайшее время, а поэтому стоит ожидать решающей битвы за город. На подходах к Киеву концентрируется достаточно большое количество российской техники и российских войск. «Мы понимаем, что битва за Киев – это ключевое сражение следующих дней», – сказал Денисенко.